приветствовать вас на своем канале. Сегодня спешу показать вам одежду, которую я заказала по каталогу Фаберлик для обзора. В этом заказе у меня две вещи, которые планировалось, что будут составлять полноценный комплект. Это вот такая толстовка с жаккардовым принтом и брюки синие тоже с жаккардовым рисунком. Могу сказать, что этот заказ у меня наполовину успешный, потому что брюки я угадала идеально, а вот с толстовкой немножко прогадала. Ранее платья, которые я заказывала у Фаберлик, сиреневое и зеленое, они мне идеально подошли и были в 42 размере. Брюки я решила заказать на размер меньше, 40, и они сели на меня идеально. А вот толстовочку почему-то решила заказать в 42 размере, и она оказалась на меня великовата. Во-первых, за счет того, что брюки слегка с завышенной талией, такая идея была в этих толстовочек, что они будут с брюками сочетаться, есть такая еще в синем цвете, и они такие немножко укороченные, за счет чего получается, если я стану и выровняюсь, то у меня будет виднеться кусок живота, и за счет того, что она такая слишком свободная, слишком большая на меня, как вы видите, здесь много свободного места, да, она предполагалась то, что она будет такая объемная, но здесь объема слишком много, и за счет этого у меня получается открыта вся эта часть, открыта в плане того, что здесь ничего не будет греться и согреваться, и мне будет просто холодно. А в этом костюме плюс эта толстовка предполагает довольно-таки хорошие, внушительные объемы у вас в районе груди. Для меня с моими маловыдающимися формами такой крой будет не совсем как бы по мне, а так качество мне понравилось, очень приятное качество рукава, жаккард также приятный, единственный минус на тех стыках, где все скроено и ткань подвернута, вот эта золотистая нить, которая все украшает, она немного так раздражает кожу, то есть она немножко ее царапает, колет, и это не совсем приятно. А так, конечно же, немножко мне обидно, что такую кофточку я упускала, потому что она мне очень понравилась, она красивая, она нарядная, она стильно, модно смотрится с этими брюками. И я решила все-таки ее вернуть, если будет на размер меньше, закажу, если она не будет короче. И посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, их еще все не раскупили. Ну что ж, теперь перейдем к брюкам. Брюки – это вообще мой полный восторг. Сели на меня они отлично. В каталоге говорилось о том, что они идут с жаккардовым узором. Я думала, что они будут вот такие выпуклые, как и сама толстовочка. Но это обычная ткань, на которой очень красиво сделан рисунок. Обычно я боюсь брюки и юбки с рисунками, потому что рисунок, он имеет такое свойство, как расширять, увеличивать объемы. Здесь же ничего подобного нет, то есть этого рисунка я не боюсь, он не портит никаким образом мне фигуру. Плюс крой за счет вот этих карманов, которые идут, мне кажется, будет стройнить. Мне кажется, он будет визуально делать бедра уже. И какой девушке, конечно же, это не понравится. Материал стрейчевый. Вот вам поближе материал, из которого сделана толстовочка. Вот так она покроена. Вот такой вот тут вот рукавчик. Ну, отличное качество, как и всегда у Фаберлик. Я очень им довольна. Единственное, что размер оставляет желать лучшего. Я даже не гладила, потому что планирую обменять. Показываю вам поближе брюки, чтобы вы смогли рассмотреть принт. Как вы видите, здесь есть два карманчика. Вот так выглядит пояс. Здесь есть пуговичка, потайная застежка и молния. Сзади нет никаких карманов. Ну и полный рост. Сейчас вам их покажу. И вот так брючки смотрятся в полный рост.